По данным правоохранительных органов, 7 мая директор отделения Унибанка в Чедерлунге 33-летний Александр Генов покинул страну вместе с супругой. Выдвинуто официальное обвинение, теперь подозреваемый обвиняется в совершении этого убийства. Работаем с коллегами тех стран, куда он предположительно мог бежать. Как говорят в прокуратуре Чедерлунге, перед тем, как покинуть страну, Александр Генов похитил в отделении банка 4 миллиона леев. Заведено уголовное дело по факту преднамеренного убийства. Если вина Генова будет доказана в суде, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Одновременно он обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупных размерах. За это преступление предусмотрено наказание до 15 лет тюрьмы. Руководство Унибанка отказывается пока комментировать ситуацию. Напомним, 1 мая советник городского совета Чедерлунге Сергей Ганев пропал. 7 мая его тело нашли в лесу. По данным следствия, его застрелили. Родственники убитого утверждают, что до ухода из дома Ганеву звонил директор местного отделения Унибанка, который пригласил его к себе в банк на переговоры.